Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Да? Аплодисменты Елене Борцовой. Ну и, наконец, Наталья Медведева. Наталья Медведева, у нее тоже все очень хорошо. У нее сегодня день рождения. Ура! Поэтому, к сожалению, она прийти не смогла, но прислала видео поздравления. Давайте посмотрим. Ой, что это? Ой, журавик, что ли? Идет? Ноздри мои. Ой, пишется? Да. Ой, мешало. Дорогие поклонники Камеди Вумен и остальные нелюди. Все спрашивали, где я, кто я, что я, куда я. А вот она, я здоровенькая, красивая, румяная, с припеком. Лично присутствовать на концерте я не смогла, но у меня все пришли. Знаете, дел уйма. Я тоже не печеньки перебираю. На данный момент я являюсь избранным президентом Республики Наталья. Скажите, где это? Мы находимся между Приднестровьем и Албанией. Граничим, так сказать, в общем, тропики. Ходит своя денежная купюрка. Вот эти так ходит такая, шляк похаживает. Да. Так что с полезными ископаемыми у нас хорошо, и наш медвежий доллар очень хорошо конкурирует. Да. Едем также на Евровидение. Знаете, не стал уже обращаться к этому дропушу, к этой волосатой жопе, в песню, стихи, музыку, все сама. Ну а так как Евровидение не скоро, а юбилей Comedy Woman вот в крописи сейчас. Поэтому и зрители порадуют, и песню вкатают. Собрались когда, девчонки, пошутить! И вот во что! Это вы! Из космоса пришел! Сидят рядом с вами, они на крыше пытаются свести счеты с жизнью.
понимаете? Я попросила его подарить мне айфон, он подарил мне айфон. Он такой предсказуемый, мне с ним скучно, я не хочу жить. Подожди, это не повод прыгать. Просто представь, как ты будешь плохо смотреться размазанный на асфальте. И правда, это будет фу. Как будто такая не стильненькая лежать на асфальте, а из головы наружу вывалятся мозги. Ну это вряд ли, но... Прыгай, пожалуйста, не прыгай. Ну так мне